Жители Печоры продолжают беспокоить бездомные собаки. Это видео очевидец снял в железнодорожной части города. Стая примерно из 30 особей облюбовала себе ночлежку за локомотивным депо. Четвероногие вроде бы вполне миролюбивые, ни на кого не бросаются, но некоторые увидели в этом реальную опасность. А раз в городе нет приюта для животных, собак необходимо отлавливать. К слову, администрация Печоры имеет два действующих контракта с индивидуальным предпринимателем Геннадием Коробчевским, который должен отловить 160 безнадзорных. Цена вопроса. 1 473 000 рублей. Согласно данному контракту, отлову подлежит 160 особей. Из них отловлено 73 особи. Поступающие в адрес администрации района письменные и устные обращения граждан и организаций предоставляются на исполнение Коробчевскому Геннадию Геннадьевичу. Исполнение заявок осуществляется в порядке очередности.